Всем привет, ребята. Продолжаем наш серию передач или сюжетов по ширпокейсу. Сегодня у нас 14 выпуск. Вчера была чертова дюжина. Особо ни хрена путнего не выпало. Вот, но сегодня посмотрим, возможно, ситуация исправится. Если до сих пор вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, отзывы, дизлайки ставьте, что хотите, то и ставьте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а мы приступаем. То есть, как всегда, закинул на баланс 250 с промокодом на 40%. Спасибо тому чуваку, который постоянно мне эти промики под видео в комментариях оставляет. То есть огромное тебе спасибо. Вот. Есть сегодня бесплатные кейсы, есть на 250 и, я так понимаю, есть на 500 даже есть бесплатные по 3 кейса. Что, давай мы для разогрева начнем с вот этого. Посмотрим, как он на камеру вообще даст, потому что вне камеры с первого кейса выпадали какие-то такие годные штучки. Ну, алоха так себе, конечно. Вот, так себе. Продаем ее. Давай еще раз попробуем. Что тут у нас выпадет? О, вот это что-то уже поинтереснее, да, то есть сверхновая. То есть уже поинтереснее. Пока ставим ее. 78. Сколько? Ну, нож давай. Армейский волк. Арктический волк, точнее. Тоже прикольно. Слушай, я... Короче, с бесплатного кейса практически на 200 рублей выпало. Ну, 200 там 10, наверное, да? То есть нормально вообще, да? То есть... Ух, ну шо, ну что, шо, ептать. Погнали, по 4. Давай быстро. Каша. Какаша какая-то, да? Говняная, блин. Хрень, короче, выпала. А ну. Вот, когда дают бесплатные кейсы, да? Опять тут. Что-то быстро вообще он не хочет. Быстро вообще не хочет. Так, ну получается, в принципе, два скина годных есть для контракта, да? То есть есть два годных скина для контракта. Ровно 40. Так, ну вот это продаем. Бля, даже вот ой, что-то я разматерился. Даже прям неохота вот эти вот в контракты закидывать. Прям вообще неохота. Подожди, может вот так сделаем? Тигры. 40 на 128 там, да? На 128. Вот эту сверхновую туда забубеним. Хотя говорил, не буду там контракты с этого делать, продавать. Я вот... Ну все равно что-нибудь это... Давай, короче, ладно, пока это. Не будем пока контракты делать. Попозже тогда крутанем, посмотрим, что с них там. Что там с них будет. Что там с них будет с контрактов. Посмотрим попозже чуть-чуть, что там. Потому что что-то вот последние разы контракты, ну вообще никак. Вообще никак не это. Да, я, кстати, сегодня уже записываю со своего нового компа. То есть вчера кое-какие еще манипуляции там произвел. Кое-что добавил. Вчера вечером, сегодня с утра посмотрел, как он пишет игрухи. Потому что на том просто, ну, нереально было что-то записывать. Тормозил дико. Но этот проверил, все нормально. То есть можно будет теперь игрушечки тоже записывать. Ну и не только контр играю, то есть еще и другие игрушки есть. Вот. Вот если там кому-то вдруг интересно. О, что-то прям смотри. Что-то прям... Так, что здесь за 42? Вот это тогда продаем, это продаем. То есть третья синька, да, есть на контракт. Есть третья синька на контракт. Еще разок, короче. Давай, обычненько. Так, что там еще? О, смотри, как у меня быстренько сегодня сливает. Баланс-то уже практически это. В афиге, да? Так, а что тут? Ш
шерпы какой-то нападало с завода, походу. АУК «Арктический волк». У меня есть какой-то «Арктический волк», не помню там только что за этот, за скин, что за оружка. Ну, довольно приятно выглядит. Довольно приятно, презентабельно выглядит в игре. Пум-пум. Так, давай-ка мы вторые. Ой, не туда ты залез. Фрикейсы. Обычной прокруткой. Ну что, насыпь грозы, да, то есть. Насыпь грозы со второго кейса. Вот она первая. Да? Первая пошла гроза. Давай. Гроза, осадок, тут другое не падает. А нет, что-то, ребят, погорячился. Падает ворон какой-то упал, да? Ну, третий раз там, либо гроза, либо осадок. Это уже 100 пудов. А не рентген. Сука, ну я бы, конечно, ножу был бы рад больше, да? Рентген, пробуем. А уже что пробовать-то? Мы уже все испробовали. Может, все-таки контракт давай тогда. Забубеним. Забубеним. Не, ну вот так вот смотри. 250 я сегодня пополнил. Выпало. Вот, вот. Давай посмотрим. То есть я прям, в принципе, в хорошем уже плюсе. Сотку, да. То есть сотку вот просто на вот этом окупил. То есть просто на этом окупил сотку. И вопрос в том, что с этим сделать там, да? 40. 40, 40, 40. Да нихуй. Ничего пока я не буду с этим делать. Ничего. Уж поэтому он и не хочет мне ничего давать, что. Я ничего не делаю, только это в плюс ухожу и ничего не делаю, не сливаюсь. Но я вчера, в принципе, слился там, по-моему. По-моему, слился. А, давай. Ой, я понял, придумал, что сделаем. Сейчас мы до нуля дойдем. Дойдем мы до нуля, ну, там, когда у нас сольет. То есть и посмотрим, на какую сумму сегодня вообще выпало скинов. То есть на какую сумму сегодня выпало скинов, то есть на общую сумму, то есть постараюсь прикинуть. Ну, там уже это количество в контракт не вкинешь, не вкинешь полностью уже. То есть уже все в контракт не вкинешь. Можно, конечно, все, что там есть, от самого дешевого. Мне надо, получается, где-то там сколько, 10-20. То есть мне примерно 20 скинов надо. Охренеть, вот ты, падла, как быстро затормозил. Сколько там, 20 скинов надо, чтобы две попытки сделать. Самые дешевые, потом самые дорогие, например, воткнуть скины. Ну, какие там они, самые дорогие там. Сказал тоже, сколько там получается. 10 слотов. Сколько у меня? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть мне еще надо 3 выбить. Еще надо выбить 3 скина. О, зачем один-то? А можно как-то тебя это побыстрее закрутить, чтобы серая выпала хрень. То есть мне надо еще выбить 3 каких-то скина. Вот, я понял, что мы сделаем. То есть сегодня вряд ли это получится, потому что, ну, уже меня побрили полностью. Три скина еще добьем. Скорее всего, завтра это, наверное, мы сделаем. И в контракты запендюрим. И запендюрим в контракты, то есть по возрастанию. То есть от дешевых к большим. И посмотрим, что будет. И посмотрим, что будет. Ну, тут уже все, что... Все. Тут уже понятно. Он сразу в начале дал там с бесплатных. Что-то с этого дал. И тут уже все. Говорит, до свидули. Пока. Пока. Что еще? А, ну там еще на... Ну сейчас еще две прокрутки, наверное, значит, получится сделать. Получится, наверное, еще две прокрутки сделать. Ну, вы сами видите вообще, да? То есть вот поначалу, то есть если ролики первые посмотреть, то есть что падало. И сейчас. Ну, то есть... Либо все, там какая-то статистика уже по мне. Либо еще там. Либо просто это моя паранойя. Либо. Ой.
Ну, это по 37, как бы, нет, да, уж от 40 хотя бы, да. Сперва там от 50, там, а под, теперь от 40 собираем. А теперь собираем просто от 40. Не, ну смотрите, среди шерпа и то даже есть вот такие там, да? Среди серой вот этой фигни, то есть скины такие дорогие, можно сказать. В 5 раз дороже кейса стоят. Так, ну ты меня сливаешь или чё? Ты это... Чё ты меня тут это... Ну, если идет вот такая хрень серая, ну, это стопудово мое. Ну, и, в принципе, кто открывает, тоже понимает, что это его. Вот. То есть, вот здесь стопудово остановится. Он не здесь, не здесь, он вот посередине. Это все понимают. Пролетает такое количество ножей. И выпадает всякое говно. Кстати, хавно тоже на букву Х начинается, поэтому если мы там букву Х пишем, то есть это не только слово из 3 букв может быть. Еще может быть и вот слово хавно. Галиль. Ну, тут тоже что Х, что это. 5.44. В общем, что, смотрим, 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 что нам сегодня сыпануло. То есть вот это... А, подожди. А, нахер запрашивает? Я не туда залез. Так, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, без изменений. То есть как 366 было, так и было. То есть вот это сыпануло. Ну, плюс еще там что у нас выпало? Гроза и... Ну, какая-то фигня за 10 и сколько там. Ну, плюс 20 рублей сюда еще накинут. Где-то на 380. На 380 рублей выпало вот это вот. То есть с учетом того, что я закинул на 250 плюс 380. Ну, в принципе, я окупил то, что закинул, забрал. Вот. Что, ребята, на этом тогда я буду заканчивать, потому что, ну, что тут. Еще 3 скина, вот, завтра выбьем, если 3 скина еще мы, то завтра сделаем контракты. 2 контракта запилим, а сегодня, ну, нет, хочу по максимуму, прям по 10 вкинуть, чтобы выпала какая-то пушка, ну, хоть что-то такое прикольное, не за полтинник там, ну, блин, хоть рублей, может, за 300 что-нибудь да выпадет. Посмотрим. Будем, может, вообще по максимуму что-то даст, черт его знает. В общем, завтра увидим все. Все, завтра 15-й выпуск, тоже практически там юбилейный получается там будет, да. Вот, в общем, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, ставьте лайки, пишите комментарии, дизлайки тоже ставьте, кидайте промики. Всем пока, до новых встреч.